Всем доброе утро. Сегодня мы находимся в центре города Ставрополя. Это у нас улица Мира. Завтра заканчивается срок действия водительского удостоверения. Поэтому сегодня решил пройти медкомиссию. Здесь у нас вот находится медицинский университет. А вот там напротив пройдем мы медкомиссию, чтобы завтра уже поехать в РЭО ГАИ. И получить новое водительское удостоверение. Будьте здоровы, доктор Айболит. Ставропольский государственный медицинский университет. Сюда со всего края к нам приезжают, учатся студенты. Если пройти до перекрестка и повернуть налево, там будет у нас старый роддом, в котором я и родился. Мои дети уже рождались в роддоме 4-й городской больницы. Вообще дни у нас сейчас жаркие стоят. Вчера 3-4 градуса было. Сегодня обещали не меньше. Ну, вот прямо у нас здесь было раньше летное училище. А сейчас здесь у нас кадеты учатся. В городе даже поспокойнее стало. Особенно когда курсанты уходили в увольнение, это что-то здесь творилось. Недавно с Медовых водопадов приехали, это в Карачаево-Черкесии находится. В 20 километрах от Кисловодска. Очень там нам понравилось, но пошел дождь, так что пришлось оттуда пораньше уехать. Короче, как-нибудь, конечно, еще запланируем туда поездку. Во всяком там случае прохладно, можно хорошо отдохнуть. Вот, сделали нам везде в центре города платные парковки, но все равно практически на машине здесь встать негде. Поэтому сегодня я приехал сюда на маршрутке. Здесь вот медакадемия, чуть дальше еще. Раньше он сельхозинститут назывался, сейчас не знаю, честно говоря, как он называется. Так, вот центр медицинских книжек и справок. Сейчас мы сюда и поднимемся. Так,
время работы. С 8.30 до 5 часов вечера. Перерыв с 12 до 20, до 12.30. В субботу с 9 до 2 работает. Так, справки, медкнижки на втором этаже. Сейчас поднимемся. В всяком случае, здесь прохладно. Так, ну сейчас мы оформим документы. Так, заплатили 2000, прошли комиссию. Сейчас попьем водички, жарко здесь очень. И поедем, наверное, домой, а завтра в Рейлга езжу, будем менять документы. Так, получили вот такую медицинскую справку. В общем, по времени заняло где-то минут 8-10. Заполнил все бланки. Все, девочки, спасибо. Хорошо, быстро. Никогда так быстро не проходил. Так как у меня категория Б только. Ну, естественно, плюс троллейбус. Прошло и всего 4 врачей здесь. Нарколог, психиатр здесь. Терапевт дала заключение. В общем, это заняло где-то еще, ну, от силы минут 15. Практически в кабинетах очереди никакой не были. Только у терапевта я подождал девушку, пока она выйдет, и все. Стаж у меня уже водительский стаж очень большой, с 82 года. По-разному проходил, конечно, медкомиссии и платные поликлиники. Не просто в поликлиниках. Так, а здесь у нас Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства. Кстати, у меня дед жены здесь руководил этим институтом. Я думал, он уже поменял название. У нас любят все менять. В общем, такая была тягомотина, как я вспомню. Надо поехать в психдиспансер. Потом в наркологический диспансер надо было поехать. Потому что в поликлинике там оформляли какие-то документы. По поликлиникам, по кабинетам начинали ходить. Это вот подземный у нас пешеходный переход. Специально он сделан для студентов здесь. Можно так сказать. И начинаешь по кабинетам ходить. Люди начинаются, которые на прием пришли, возмущаться, ругаться. А сейчас все очень быстро, хорошо. Единая база. Здесь и нарколог. Здесь и СИН-диспансера есть. Данные все. Так что все здесь мне очень понравилось. Прохладно, кулер стоит, можно холодной водички попить. Это аграрный университет.
Александр Александрович Никонов. 1918-1995 год. Так, работа 64 по 73 года. Выдающийся ученый, экономист, аграрник, заслуженный деятель науки Российской Федерации, президент РАСХНИ, академик РАН РАСХНИ. Где, кстати, знакомая работала, здесь почта была внутри. Одно время она здесь на почте работала. Давали квартиры, как можно сказать, что общежитие, но это была квартира. Трехкомнатная квартира была. Поэтому одно время на почте ей пришлось поработать здесь. Так что комиссию прошли. В общем-то, где-то по времени, ну, может, минут 30 занят. Ну, максимум 35 минут. Я даже и не думал, что так быстро пройду здесь все. Больше бланки, честно говоря, заполнял. Вот это все машины, это машины студентов. Ставропольский государственный аграрный университет. Институт экономики и финансов. Приемная комиссия. Очень жарко у нас сейчас, июнь месяц. Вчера было 34 градуса. Сейчас еще не смотрел, сколько градусов. Ну, думаю, градуса 30-32 точно. Потому что душно, жарко. Вот здесь остановка у нас. Такие у нас пазики стали ходить вместо троллейбуса и автобуса. Давай присядем. Подождем троллейбус. Кстати, троллейбусное предприятие собирается закрывать. Наш директор был у мэра города Джадоева Владимира. Сказали, в 2020 году его закроют. Управление находится в центре города, поэтому, конечно, для города это лакомый кусочек. Ну, сейчас мы уже начинаем собирать подписи. Обращение к мэру города, потом к губернатору. В общем, троллейбусный парк и автобусный город не хочет вкладывать деньги. Проще пустить, конечно, ему вот такие пазики, в которых жарко, душно, невозможно ехать. Туда проще на троллейбусе ехать. Просторно и прохладно. Так, ну на этом все, дорогие друзья. А завтра у нас уже будет круиз в Рео ГАИ. Сейчас еще раз мы справочку посмотрим. В категории указали. Категория АМ, категория 1Б1. С мотоциклетной посадкой, рулем мотоцикла типа. Категория БЕ. Категории B1, кроме транспортных средств, мотоцикла, клетной посадкой или за рулем мотоциклетного типа. И категории C, CE, D, DE, TN или TB под категории C1, D1, C1E, D1E.
Короче, запарился читать. Если платишь, и фамилия, имя. Подпись врача, выдавшего медицинское заключение Снегова. Ну вот, на этом все. Всем приятных просмотров. Ну, в общем, короче, завтра, думаю, будет у меня уже съемочка с Рео Гай. Всем удачи!